Всем привет! Сегодня у нас в программе «Чайник блюз». Ну, всем, наверное, известно, что чайник – это значит для начинающих, для неопытных, то есть что-то простое и элементарное. Но не все так просто. Здесь есть несколько интересных моментов, с которыми необходимо разобраться подробнее. И которые будут не совсем просты для начинающих. Да, и для опытных, вероятно, тоже. Сейчас я сделаю разбор и помогу вам справиться с разучиванием этого блюза. Автор этого блюза Сергей Руднев. И ноты этого блюза выглядят вот таким образом. Здесь тональность ля мажор, размер 4 четверти, два блюзовых квадрата по 12 тактов. И каждый квадрат содержит по 3 предложения. И в каждом предложении по 4 такта, или можно сказать по 4 фразы. То есть мы имеем стандартную блюзовую форму. И вроде бы все нормально, но вот с размером не все в порядке. Дело в том, что характерной чертой блюза является триолеобразная пульсация или фигурация. Примерно как в буги-вуги, только медленнее. Сейчас я сыграю пару тактов и продемонстрирую это на гитаре. Считаем. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Поэтому при размере 4 четверти в каждом такте желательно иметь 4 триоли из 8 нот. Но здесь мы видим только одну триоль. Вот здесь. Остальные фигуры, 8 с точкой плюс 16 нота, не имеют точной триолеобразной пульсации. Потому что 8 с точкой плюс 16 по ритму не совпадает с триолью из 8 нот. Поэтому я переписал ноты блюза и изменил размер. Вместо 4 четверти теперь будет 12 восьмых. И чтобы было вам понятно, зачем я это сделал и о чем я говорю, давайте сравним, как звучит блюз в разных размерах. Вот размер 4 четверти. А вот размер 12 восьмых. Есть большая разница. Ну и теперь приступим к разбору и разучиванию блюза в размере 12 восьмых. Играем первый блюзовый квадрат и его первую фразу, то есть первый такт. Начинаем с ноты ля на пятой открытой струне. Играем в правой руке большим пальцем. И здесь надо правильно ритмически просчитать восьмыми долями, потому что первая нота четвертная, а вторая восьмая. Раз, два, три, раз, два, три. Здесь ставим маленькое барре на втором ладу на три первых струны, а затем открытые струны. Дальше мелодия опять на пятой струне, и здесь будет вот такое легато. Его надо отработать. И заканчивается фраза на ноте ми на четвертой струне. Ну, вот такая первая фраза. И вторая, третья и четвертая фразы точно такие же. И получается, что в первом предложении все четыре такта одинаковые. Второе предложение. Начинаем с ноты ре, то есть это будет субдоминанта, четвертая ступень в ля мажоре. И теперь барре будут на седьмом и пятом ладах. И потом такая же мелодия и легато на четвертой струне. Здесь можно сыграть большим пальцем на четвертой струне, а на третьей вторым М пальцем или первым И. Вот так. Дальше фраза повторяется. И затем переходим опять в тонику, как в первом предложении. Ну и в четвертой фразе второго предложения будет вот такой ход по пятой струне. По порядочку. Третье предложение звучит в доминанте. Это пятый лад в ля мажоре.
начинается с ноты ми, которую играем на шестой открытой струне. Ну а дальше барре берем на девятом и седьмом ладах. Мелодия и легато на шестой струне. Идем к ноте си на пятой струне. Затем уже знакомая субдоминанта. И заканчиваем предложение вот такими аккордами на четвертой, третьей, второй струнах. На пятом ладу ставим первый, третий и второй пальцы. Это будут ноты соль, до диез и ми. И эти же пальцы смещаем по порядку, по позициям вниз. Здесь на втором ладу аккорд извлекаем без третьей струны, то есть открытая ля, ми на четвертой струне и до диез на второй. Затем открытая ми, шестая струна, и вот такой аккорд. Соль диез на третьей струне, потом ре на второй, а на первой струне уже будет соль бекар. И первый квадрат готов. Следующая характерная черта блюза – это, конечно же, импровизация. У профессиональных исполнителей импровизации рождаются в процессе исполнения музыки. Но те же самые профессионалы говорят, что каждую импровизацию надо готовить заранее. И вот во втором квадрате нашего блюза мы делаем импровизацию. Сейчас мы ее разучим, она записана в нотах. Но вы можете делать свои импровизации, например, поменять фразы местами, или придумать свою мелодию, или что-то еще. Играем второй квадрат. Итак, начинаем так же, как в первой фразе первого квадрата, а затем будет другой мотив. Еще одна характерная черта блюза – это разные финты, слейды, бенды, похлопывания по струнам. И вот здесь мы делаем вот такую подтяжку. То есть тянем прижатую струну поперек грифа. Вот так. По-нерусски этот прием называется «бенд». Ну, электрогитаристы его хорошо знают и без него жить просто не могут. Но и на классике это можно делать, изменяя характер звучания. Вторая фраза повторяет первую. И, кстати говоря, бенд можно делать не только на одной струне, но и на барре. Вот здесь можно вот так первым пальцем потянуть сразу три струны. Повторим еще раз первую фразу. Затем вторую. В третьей фразе мотив будет другой. Импровизация. Здесь подтяжка четвертым пальцем. Еще раз медленно. Ля до бекар, ре ми бемоль, ре до. И четвертая фраза такая же, как первая. И заканчивается первое предложение второго квадрата. Дальше субдоминанта, играем от ноты ре и делаем вот такой ход в пятой позиции. Начинаем четвертым пальцем на восьмом ладу и опять делаем легкую подтяжку. Вот так. Еще раз. Это будут ноты до бекар, ля, фа диез, ми, ре. Еще раз фраза повторяется. Возвращаемся в тонику. Потом играем вот такую мелодию. Ноты идут в октаву на пятой и третьей струнах. Или можно сыграть по-другому. В первой позиции, переходя на вторую струну. Играйте так, как вам удобно. Дальше играем в доминанте. Барре будут в девятой и седьмой позициях. И аппликатура такая же, как в субдоминанте. Ноты ре, си, соль диез, фа диез, ми.
субдоминанта и затем окончание. Здесь третий палец не убираем со струны и перемещаем его с седьмого лада на шестой. И потом ставим уже знакомый аккорд первым, третьим, вторым пальцами. Только играть его будем перебором. То есть вот такое арпеджио по второй, третьей, четвертой струне. И потом заключительные аккорды. В последнем аккорде будут ноты на четвертой струне ля, потом до диез, соль бекар и на первой струне до бекар. Ну вот тут в нотах у меня бекар куда-то исчез, наверное, отлучился ненадолго по делам, но мы это учтем. И в заключении хочу сказать, что этот чайник блюз имеет другие варианты и импровизации. И в одном из своих последующих видео, которые я размещу на своем канале, я постараюсь сыграть и сделать разбор еще одного чайника блюза от Сергея Руднева, который на самом деле будет еще одной красивой импровизацией чайника. А пока всем удачи, успехов и до скорой встречи. Подписывайтесь на канал.